Здравствуйте, это канал Максимадзе. И как же мы опять давно не играли в GTA 3. Усовершенствованную, ремастированную GTA 3. И, короче говоря, мы переехали в прошлый раз в новое убежище, потому что в той части города нам лучше сейчас не бывать. Ибо Сальваторе Леоне и его мафия сейчас для нас крупнейшие враги. Ну а сейчас мы в союзе с этой мафией. Как там ее? С японским кланом Якудза. Саянара Сальваторе. Нам нужно кое-что прояснить, прежде чем кое-какие отношения налаживать. Деловые или личные. Давайте выложим карты на стол. Я из Якудзы, и мы знаем, что ты работал на семью Леоне. Могу дать тебе работу от имени нашей организации, но сперва ты должен доказать, что ты навсегда порвал с мафией. Сальваторе Леоне выйдет из клуба Луиджи примерно в 3 часа. Сделай так, чтобы он из клуба и в гробу даже потом живым не вернулся. Мы с Марией пока вспомним былые времена. О, сука, у тебя есть массажер? Это не массажер. А сука Касан зовут ее. Немного имя звучит как-то вот так необычно. Да, вот здесь вот убежище у них находится. Бассейн, который не открыт. И с той стороны еще один такой же закрытый. Ну, сердечко нам нету смысла брать, потому что у нас здоровье и так полное. Короче, нам надо поскорее ехать в клуб Луиджи. Сальваторе должен оттуда выйти в скором времени. Только почему мне не показывается навигатор? Да, не во всех миссиях навигатор отображает, куда ехать. Кстати, GTA 3 я уже проходил, ремастер я уже полностью прошел к этому времени. Не так уж и мало времени, кстати, на него ушло. Ага, вот выход. И последняя миссия там вообще очень сложная была, но кое-как прошел. Надеюсь, что и мы с вами пройдем. Как бы уже 3-4 часа, а не 3. Явно что-то немного напутано. Ну и ладно. Ага, вот по нам стреляют. Теперь помимо триад по нам будут стрелять еще и эти мафиози с Сальваторе. Которые раньше были нашими союзниками. И они стреляют более жестоко, так сказать. Ага. Туда близко подъезжать не следует. Нам надо как-то... Надо найти какой-то секретный проход, что ли. Но я здесь не вижу никаких секретных проходов. Только там, наверное, можно пройти. Давайте. У нас вообще снайперская есть? Есть снайперская. Снайперская нам как никогда нужна будет. Так, вот здесь. Так, здесь какой-то пакет непонятный.
Где клуб Луиджи-то находится? Ага, вон там. Походу. Да, точно, вот он. Надо аккуратненько туда подойти. Твою же мать. Меня сейчас расстреляют просто. И, конечно, я их запросто расстрелять могу. Но я боюсь, что это может провалить миссию. Отведай-ка силушки скорострельной. На меня убьют сейчас. Ни хрена, ну это как так? Дайте мне какую-нибудь машину, быстро. Стой, нет. Все. Это не так вообще должно делаться было. Тьфу ты. Вход, я не туда вообще полез. Я не на ту здание, похоже, забрался. Потому что вход-то с этой стороны. Вход здесь. А нам надо туда. Я вообще не туда полез. Походу. Ну-ка проверим. Так, достать пушку на всякий случай возьмем. Да, я не туда пошел, нам надо вот сюда. Клуб, оказывается, подо мной прям был. Так, ну и вот здесь вот его ждем тогда. А, машины мафиози выезжают. Целимся, готовимся. Сейчас он отведает силушки скорострельные. Да, я не на то здание забрался, точно. Оказывается, вход там подо мной был. А это что за череп, кстати? Бейте тебя. Серьезно? Нафиг мне нужно это, ё-моё. Но зашибись, мне 2 минуты ждать придется. Ну нафига мне это надо? Ладно, короче. Давайте наведем навигатор обратно туда. Я забыл, правда, где это. Ну, где-то... Где-то здесь, по-моему. Я точно не помню, где она находится. Здесь, по-моему, где-то. Хотя не уверен. Ну, давайте сюда метку поставим. Да не ту метку поставил. Хотя, впрочем, неважно. Будем ехать туда, в общем. Так, время кончилось, и я действительно ехал туда, куда надо. Ну, почти. Туда надо спрыгнуть. Король Кортни, иди нафиг. Under surveillance. Ну что ж, смерть Сальваторе — это приятное известие. Ты отличный киллер. Мне мужчинах это нравится. Это мой брат Кензи. У Асуки для тебя есть работа, но как только освободишься, загляни ко мне в казино, поговорим. Кензи, как обычно, его всегда тянуло к моим игрушкам. Мой источник полиции сообщает, что ФБР развернули слежку за ключевыми точками в городе.
Слишком поздно пытаться избежать обвинений с помощью наших связей. Разберись со шпионящими копами, но будь осторожен, они там будут не одни. Да, кстати, эту миссию я не мог никак пройти, когда первый раз проходил, потому что оказывается, я неправильно делал неправильно устранял последнюю цель. Ну, в общем, вскоре поймете, почему. Так, и надо вход найти где-то. Так, с этими разобрались. А почему у меня нету этой? Эх, жалко. Без нее не так хорошо будет. Так, что у нас? Куда дальше едем? Мы едем, куда нам навигатор показывает. То есть нам даже выпирать не нужно. Ну. А, пушки. У них есть. На нем и поедем. Дальше. А, то есть туда нельзя, что ли, ехать? Блин, ну вот розыска мне только еще не хватало. Да, и вот последнюю цель я неправильно устранял. Потому что я стрелял снизу и не мог попасть вот в последнего из них. Никак, потому что он стоял за фигней. А тут оказывается есть проход. В этом казино есть проход наверх, который нам поможет, с которого мы уже точно всех расстреляем. Только вот этот проход, я тут, а вон он, все, лестница. Вон они там все. Я смог убить всех, но один из них все время прятался за ограждением, балконе, и мне в него было не попасть. Думал, это глюк, что ли, какой-то, или что. Но, оказывается, надо вообще-то сюда забраться, на крышу здания, и оттуда уже расстреливать. И вот это вот уже интереснее. Кому бы нам лучше направиться? К Асуке назад ехать или повыполнять задание Кенджи? Наверное, Кенджи отложим на потом. А сейчас обратно поступаем. Где? Никаких заданий таксиста мне не надо. Едем обратно туда. Да, блин.
Папарадзи Пурч. Какой-то журналист здесь что-то разнюхивает. Мы с Мари поехали на курорт, и пока избавь нас от этого извращенца Вайориста. Он наверняка в Гаване, пока ты это читаешь. Угони полицейский катер и потопи его карьеру. Окей. Опа. Даже ехать никуда не придется. Ох, и отведает сейчас силушки скорострельной. Поближе подобраться к нему надо. Ага, отведал силушки скорострельной. Так, надо теперь пригнать катер назад и умудриться еще выбраться из него, не упав при этом в воду. Когда в Айсити я часто падал в воду. Блин, фонари так классно выглядят. В темноте. Ремастер мне реально нравится. Ну вообще, не, ну вообще красота. Он на фонаре эти. Прибыли. О, а время-то сколько уже? Ага. Почти 5. Опа. Выбрались отлично. Да, какие-то странным способом мы сейчас на лестницу забирались. Это мне, если честно, напомнило то, как Джо Байден поднимался на лестнице на самолет. Вообще угар был, конечно. Payday for Ray. Это же мой обаятельный помощник. Мария замоталась, я ей передам, что ты заходил. Кто это? Я, может, была не послушать, девчонки, мне надо в туалет. Пора тебе встретиться с нашим человеком из полиции. Это оплата за последнюю услугу, которую он нам оказал. Как может догадаться, он крайне осторожен. Отправляйся к телефонному автомату в Торренде и жди его инструкции. Четыре минуты всего, ну ё-моё. Разревелся ребенок на улице, о, блин. Так, куда там надо ехать?
Что у нас тут за звонит? Доберись до телефона к западу от парка Брюли. А чё с этого не можете мне ничего сказать, а? Мне, между прочим, мало времени. Сейчас тебе опять скажут, ты не тот телефон выбрал. Добрись до телефона в учебном городке. Ну, конечно же. 2 минуты, между прочим, всего у меня есть. Так. Здесь дорога закрыта, мы туда не проедем. Полторы минуты. Ну, почти, ну, чуть больше. Сейчас уже будет полторы. И сейчас наверняка скажут, нет, надо другой телефон. Так, погодите, а где надо там? Где телефон, который нам надо? Доберись до телефона к югу от парка Бервиль. Опять парк Бервиль? Что это за испытание мне такое дает? Ненормально. А, сейчас опоздаю, блин, и провалится задание. Надеюсь, это последний был телефон. Если не последний, то все, тут я уже не успею. Никак. Тихо, осторожно. 40 секунд осталось. Не дай бог сейчас скажут, другой телефон поезжает. Да, блин. Ну да подойди ты к нему. Встретимся в туалете в парке. Встретимся в туалете. Ох, во, все, время убрано. И наконец-то это был последний телефон. Ты должно быть тот сукин новый мальчик на побегушках. Ты принес деньги? Все сколько надо, да? Я знаю, ты думаешь, мол, еще один продажный коп. Ну что ж, мы живем в продажном мире. У меня умерло несколько напарников, и служба внутренних расследований уже начала что-то подозревать. Они думают, что смогут все про меня разнюхать. Весь этот город одна большая помойная яма. Мне понадобится помощь человека не из полиции. Короче, ты знаешь, где меня найти. Короче, еще один работодатель у нас появился. Рэй Маховский. Его задание мы будем выполнять через серию. В этой будем выполнять задание Асуки. Следующее задание Кенджи. А потом уже Рэя Маховский. Куда там? На близко совсем.
Понял. Мы с Марией пошли по магазинам. Наши контакты в полиции сообщили, что один из наших водителей очень странно двигающийся коп под прикрытием. Он почти не вылезает из своей тачки, и поэтому мы прикрепили к ней радио Мэя. Пусти ему силушки скорострельные. Ладно, окей. Нифига не понял, зачем нам надо его убивать. Ну, ладно, ладно. Ехать недалеко совсем. Да, возле клуба Кенджи, что ли? Что у нас тут? Ага, вот он. А, причем еще и не в полицейской тачке он. Укатайте мне машину. Сейчас он отведает силушки скорострельные. Сколько раз я уже это сказал сегодня. А, еще и три звезды. Все. А, нет, еще не все. Сам-то машина-то у него взорвалась, а он сам нет. Полицейские мне будут очень сильно мешать все это сделать. Я не так... И кто по мне сейчас стрелял? Розыск с меня сняли же. Сколько там времени прошло? 32 минуты. Вполне сойдет на эту серию. Задания, суки, пока кончились. Так что на этом все. С вас, и господи, подписывайтесь с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.